Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео хочу поговорить с вами об астрах, что посеять в сезоне 2023 года и показать новые сорта, которые появились на сайте нашего интернет-магазина «Цветочные мечты». Дорогие друзья, в этом году я приобрела вы можете это увидеть на сайте нашего интернет-магазина «Цветочные мечты» — астры густо-махрового типа. Это астры игольчатые, Татьянин день, Феникс, очень яркие, красивые. Астры, которые имеют полностью махровые игольчатые соцветия и кусты букетной формы с большим количеством стеблей, до 20 на растениях. На мой взгляд, представлены интересные окраски. Татьянин день — это, посмотрите, какая астра красивого розово-перламутрового цвета. Феникс — это вообще алая астра игольчатой формы. Астра обильно цветущая Катенька, у которой на растении до 24 цветков. И, конечно, я хочу вам представить не новую, но уже хорошо зарекомендовавшую себя серию астры «Леди Коралл. Восходящее солнце». Смесь сортов. Это семена от немецкой фирмы. Фасует их «Престиж». Данные астры хочу посеять на следующий сезон, то есть в 2023 году. Очень мне нравятся эти растения. Это растения, которые действительно украшают наш сад осенью. Астры срезочные, их можно выращивать как для себя, так и на продажу, так как многие составляют букеты к 1 сентября. Дорогие друзья, также в наличии есть астры серии «Хризантелла», и ассортимент еще будет пополняться, потому что хочу приобрести свежие семена. А данные семена, которые перед вами, они этого года. Астры желательно выращивать рассадным способом, но если прямым посевом в грунт, то это в мае, но зацветут они уже тогда гораздо позже. Свои астры на рассаду я высаживаю в марте месяце, и в мае, когда идет высадка в открытый грунт, астры уже имеют хороший размер и идеально приживаются. Для того, чтобы астры ваши не болели, используем профессиональные препараты Маспелан, Тепики, потому что астры очень подвержены клещам и тлей. Также в этом году свои астры я спасала таким препаратом, как B58. Данный препарат очень эффективно работает, особенно если нападает черная тля, но им можно работать только на улице, не в помещении. Ну, и также есть японская линия препаратов, которые достаточно безвредны и малотоксичны. Это арубарин, каннимайт, карамаита, урара, доконил и так далее. Дорогие друзья, если есть вопросы по астрам, пишите, задавайте, приобретайте, потому что на них цена очень такая приятная. Эти астры недорогие, но очень красивые. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, и увидимся с вами вновь.